Кубанская косачка с армянским сердцем и русской душой. Она заслуженно носит титул королевы российской пропаганды. Мы живем в том мире, который нам предложен, и в этом мире не быть страшным невозможно. При этом кажется, что от своих же страшилок она окончательно сошла с ума, предлагает российскому руководству просто назло странам Запада пойти на полное безумие. Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь... 93-й. На нее возложено выполнение самых деликатных миссий Кремля. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Она пробила все возможные глубины пошлости и аморальности в желании выслужиться перед режимом. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей. Поэтому в свободное от пропаганды время она очищает карму бурной литературной деятельностью, но с нотками все той же пропаганды. Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. Тунезеленокрытный, траченный изотопом, жовто-блакитный реет над конотопом. Скроенный из холста, знать, припасла Канада, даром, что без креста, ах, там и не надо. Все это так называемая российская журналистка и медиа-менеджер Маргарита Симоньян. Считая себя невероятно одаренным человеком, она не вылезает из пропагандистских шоу и соцсетей, рекламируя свои скрытые таланты. А в принципе, я всегда хотела писать. Угу. Я хотела быть писателем и, может быть, прийти в эту литературную среду через журналистику, я так думала, но через журналистику писучую именно. Угу. Я думала, что я буду в каких-то больших толстых журналах писать какие-то большие там очерки, что-то такое. А потом совершенно случайно я попала на телевидение и пошло-поехало. И пошло-поехало у Маргариты Симоньян очень даже неплохо. Она закончила факультет журналистики Кубанского госуниверситета и стала корреспондентом для радиокомпании «Краснодар». Затем работала в ВГТРК в Ростове-на-Дону, чуть позже стала специальным корреспондентом программы «Вести». А уже в 25 лет за верную службу Путину Симоньян стала главным редактором пропагандистского телеканала «Russia Today», а затем информационных агентств «Россия сегодня» и «Спутник». Вы думаете, в Германии есть независимые СМИ хоть сколько-нибудь значительные? Ни одного. Ни одного. Хотя бы только поэтому, если не брать вопросы там безопасности, экономики, вот этого и всего остального, хотя бы только поэтому у Америки есть возможность поменять любого лидера любой страны, которая находится от него в такой зависимости, за 2 недели. Живя на деньги российских налогоплательщиков, она годами ежедневно сеет в массы сотни мегатонн ненависти и лжи к Украине и странам Запада, озвучивая традиционные кремлевские нарративы. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, с кем мы воюем? Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. Когда взяли Гостомель, когда, ну, совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. Она один из главных спикеров, который доносит преступные решения Путина до широких масс россиян. Юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы. Параллельно восхваляя любые авантюры кремлевского тирана. Зная нас,
зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Но мы-то в рай. Да. Меня... Они просто сдохнут. Одной из первых среди пропагандистов Симоньян стала угрожать Украине и миру ядерным оружием. Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. В первые дни войны Симоньян рассказывала, что Путин как Прометей несет заблудшей Украине свет и просвещение. Затем ее риторика резко изменилась. Или мы проигрываем на Украине, мы, значит, Россия, и все вот это вот сдаем, или начинается Третья мировая. Ну, потому что пока на свете есть страны, которые успокоятся только когда испугаются, только когда для них будет неминуемая ужасная угроза. Пока это так, и пока эти страны реагируют только на это, мы должны быть страшны. И даже когда российские войска стали целенаправленно уничтожать целые города в Украине, это, по мнению Симоньян, было наказанием во благо. Ведь непослушных украинцев нужно лишить всех благ цивилизации, отопления, канализации и водопровода. Нужно нанести артиллерийский удар, приравнивающий удары по критической инфраструктуре к уничтожению детей. Всем же жалко детей, всем же жалко больницы, всем же жалко мирные дома. Мы сейчас приравняем критическую инфраструктуру в общественном сознании мировом к ударам к уничтожению детей. А дальше мы скажем, мы же должны защитить детей и критическую инфраструктуру, между которыми же знак равно. А как защитить? Закрыть воздушное пространство. Так Симоньян оправдывала холодомор, который устроили оккупанты мирным жителям Украины прошлой зимой, уничтожая энергетическую инфраструктуру. При этом, когда через полгода дроны стали прилетать все ближе к ее многочисленным домам и виллам, она и сама стала спекулировать темой детей. Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми. Цели все дальше, а ставки все выше, и ядерный ультиматум все безальтернативнее. Как правило, Симоньян со своим мужем-режиссером Тиграном Кеосаяном в отношении украинцев используют исключительно оскорбительные названия и не признают право Украины на самосуществование и территориальную целостность. Я хочу напомнить, что Украина тоже страна не маленькая. По европейским меркам так огромная, а по меркам какого-нибудь Лихтенштейна так просто неприлично огромная. Надо бы ее подсократить, чем мы, в общем-то, с успехом, слава богу, и занимаемся. Более того, Марго находит самые украинофобские произведения классиков литературы и гордо цитирует их в своих соцсетях. «Скатертью вам, хахи, и рушником дорога. Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире. По адресу на 3 буквы и на 4 стороны. Пусть теперь в мазанке хором ганцы с ляхами ставят вас на 4 кости, поганцы. Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще. А курицу из борща грызть в одиночку слаще». Первый сборник собственных стихов Симоньян написала сразу после окончания школы. «Я безвольно, беспомощно, жалко люблю тебя, и от этой любви никуда мне не деться. Дай же мне прорасти смирным маленьким лютиком на широкой поляне твоего сердца». Свою идеальную жизнь я себе представляю, что я живу в прекрасном городе Сочи, пишу книги. Это хорошие книги в идеальной моей жизни. Книги, которые пользуются успехом, которые ценят понимающие люди. Затем у Марго в ход пошло написание всего, от любовных рассказов. Если верить новостным изданиям, то книга Маргариты Симоньян «Черные рассказы глаза» стала одной из самых продаваемых в уходящем году и обошла новые романы Виктора Пелевина и Мишеля Уэльбека. До сценариев для сериалов и пропагандистских фильмов. А что, раньше лучше жилось? До аннексии. Яка ще аннексия? Ну, до захвата Крыма России. Посторожи товар, а ну, держи его. Захуй***ка, диверсант! Сейчас Симоньян применяет на себя статус автора романов для российских домохозяек. Вероника вспомнила, как Вачик поцеловал ее на парковке у аэропорта, и как ее щека, с которой она не стала стирать его влажный след, долго горела под ветром с привкусом перечного шашлычного дыма. Как будто ее обожгло ежевичной петлей в том лесу, где они были в свой первый раз и будут завтра в свой крайний. Чё, блин? Совсем недавно вышла новая книга Маргариты Симоньян «Водоворот», которую критики назвали «водоворотом графомании».
Есть рассказы, написанные не от третьего лица, а от первого. Например, в одном Маргарита рассказывает, как она организовывала общение жителей Кубани с Путиным во время прямой линии. Сюда на площадь, помимо хуторян, пришло очень много представителей местного казачества. Погодите, где-то это уже было? А, да, этот сюжет уже был в прошлой книге Симонян «Черные рассказы глаза». Хейтеры скажут, исписалось. Мы назовем это самоцитированием. Слово в слово. Предложение в предложение. Рассказ в рассказ. Я теперь разыгрываю свою новую книгу «Водоворот», которая уже в магазинах в Москве точно есть. В телеграме Симоньян, называя Украину Малороссией, тоже довольно быстро возомнила себя персоной, которая стоит в одном ряду с классиками великороссийской имперской литературы. Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором петь в шинке, тремя незнакомыми друг с другом столами песню «Ничьякомісячна», самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский, песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости. Мы снова натрескаемся местной черешни и разомлеем от того, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. При этом сюжеты рассказов Маргариты Симоньян практически ничем не отличаются от тех же фильмов и сериалов, для которых она пишет сценарии. Шоколад! Шоколад я люблю! Волосы что ли щипают? Лосатый шоколад – это перебор. «Помоги мне», – сказал Вачик, направляя Вероникину голову вниз к скипетру своей страсти. «Сгоняю за винищем, приколай его к архителкам за столбы самым красивым и отчеканю ее под красивым звездным небом». Белая яхта торчала созревшим фурункулом на спине уснувшего моря. Разбуженные мимозы насморочно чихали холодными брызгами. Ночь полногрудая и надушенная, в желтой пижаме фланелевых мягких мимоз, прижималась губами к окнам дворца, как будто пыталась сделать ему, полумертвому, искусственное дыхание. Симоньян не смущает, что ее произведения преследуют налет бульварной пошлости. В сравнении с творчеством Марго, классика эротической литературы «Эммануэль» кажется рассказами для подростков. Утром Корецкий нащупал под одеялом вязкое тесто Наташиных ляжек. Я взял книгу с полки и вдруг понял, что мне сейчас нужно ее нести на кассу, а там живой человек, а у меня Симоньян. Поэтому я еще взял Набокова, хотя не собирался, чтобы в глазах кассирши хотя бы выйти в ноль. Через час, постирав колготки в гостиничной ванне, Наташа залезла сама в эту ванну, все еще вздрагивая животом от волшебных маточных сокращений. Более того, новые литературные потуги Симоньян – это не просто третьесортное чтиво, а книга, в которой Марго умудрилась в комплементарной форме 26 раз упомянуть Путина в контексте того, как любит вождя простой российский народ. Казакам Путин понравился. Путин тоже любит Сочи. Вот Путин – хороший человек. Знанием местного колорита Симоньян козыряет через специфические слова. Бздыхи – отдыхающие, саманка – изба. Саман – излюбленный строительный материал кубанских станиц. Это просто глина и солома. Ковуны – арбузы. И лавра вишни. Мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию. Прогибаясь в очередном реверансе перед руководством, Симоньян устраивает у себя в телеграме даже псевдоисторические литературные викторины с участием начальников, где разыгрывает свои книги. Вопрос такой. Сразу после Второй мировой войны основным источником информации при планировании ударов по советской территории, а удары по советской территории планировались на этой неделе, об этом говорил Лавров. Вот можно его послушать, чтобы вспомнить. В 1945 году, когда мы с Вашингтоном и Лондоном вместе добивали врага на фронтах Второй мировой войны, наши союзники по антигитлеровской коалиции уже готовили планы военной операции под названием «Немыслимые» против Советского Союза. А спустя 4 года, в 1949-м, американцы разработали операцию «Дропшот» по нанесению массированных ядерных ударов по СССР. Так вот, основным источником информации при планировании таких ударов, о которых говорил Сергей Викторович на этой неделе, служили для демократических стран фотоснимки, сделанные ими.
Кем ими? Но творчество творчеством, а пропаганда прежде всего. Ключевым свидетельством продажности и отсутствия чувства родины у армянской четы Симоньян-Кеосаян стал конфликт вокруг Нагорного Карабаха, во время которого Россия фактически предала своего давнего союзника Армению. Всю вину за утрату контроля над Карабахом Путин свалил на армянского премьера Никола Пашиняна, который 5 лет назад пришел к власти на волне революции, что для Кремля было всегда фактором раздражения. Когда же первая леди Армении приехала в Киев, на российских каналах началась травля нынешнего правительства Армении. И Симоньян вместе с супругом активно подключились к этому процессу. Народ Пашиняна не выбирал. Я армянский народ. Мой муж Тигран армянский народ. В России живет значительно больше людей, чем в Армении. Мало того, что и те люди, которые живут в Армении, мягко говоря, не все выбирали Пашиняна. Ну и тем более все известные мне люди, которые живут здесь, с самого начала понимали, что это за Иуда, и что это за гнида. А теперь главный, как всегда, вопрос. Кто в этом виноват? Виноваты в этом? Вы, родненькие. Кто голосовал за этого Иуду? За человека без сердца, без чести, без совести. Человека, предавшего святыню своего народа. По логике Симоньян, если в России даже без армянских паспортов живет больше армян, чем в самой Армении, значит Ереван не имеет права ни на собственную внешнюю политику, ни на лидера, которого не назначил Кремль. Напомню, на днях 3 октября Армения ратифицировала Римский статут, который по санкции Международного уголовного суда предполагает, что государство, которое его ратифицировало, может арестовать Путина как военного преступника за незаконную депортацию детей из Украины. После этого неиссякаемый хор воспевателей кремлевского режима принялся с еще большей силой клеймить Пашиняна. Русский солдат, русский человек, в широком смысле этого слова, я не хочу вас расстраивать, я тоже русский, не может быть больше армянином, чем армяне. И когда там умирают миротворцы российские, за что умирают? За кого умирают? Они умирают за тех самых армян, которых вы, формальные армяне с окончаниями фамилии Наян, во главе со своим пи***сом Пашиняном, с потрохами предали. Но уже давно практически никто за пределами России не воспринимает Симоньян как журналистку и писательницу, а ее мужа как режиссера, а только как пропагандиста, в чье место на скамье подсудимых. Поэтому Симоньян и Кеосаян отлично понимают, что они смогут разгуливать на свободе и сеять ложь, пока на троне будет оставаться Путин. Если мы проиграем, это будет такая гага. Гага покажется детским садиком по сравнению с тем, что случится с нами со всеми, если мы проиграем. Пропагандистов не волнует то, что каждый день войны Путина приносит сотни новых погибших и покалеченных. Для четы Симоньян Кеосаяна это еще один день войны, прожитый в роскоши при Путине. Фактически российские мобилизованные гибнут не за идеи и даже не ради завоевания новых территорий, а только для того, чтобы продлить время пребывания кремлевского тирана и его свиты при власти.